Более 4000 работников группы «Алроса» получили препарат «Спутник ВИ». Об этом телеканалу «Алмазный край» в прямом эфире рассказала исполняющая обязанности медицинского центра компании «Алроса» Наталья Челпанова. Она подчеркнула, у всех привитых вакцинация прошла без тяжелых осложнений. Челпанова напомнила, при недомоганиях после вакцинации сотрудники «Алроса» могут отдохнуть дома за счет работодателя. Нужно только предупредить непосредственного руководителя, направив заявление. Добавим, что сегодня в Мирнском районе медики ждут очередную партию препарата «Спутник ВИ» для вакцинирования желающих. Вакцина ожидается к концу недели. Ведь вакцина поступает ровно столько, сколько записывается желающих. Если желающих запишется 500 человек, вот 500 человек пришлет. Если запишется 5000, ну, наверняка республика будет каким-то образом добиваться о том, что пришло 5000. Поэтому от того, как мы с вами, какая наша сознательность вот сейчас проявится по вакцинации, те дозы мы и будем получать.